Здравствуйте, Мария Семеновна. Я есть Мария Семеновна. 52 года. Кокетство Марии Семеновне не занимать, что ни слова, то стих или песня, что ни вопрос, так наказ подрастающему поколению. Хотя жизнь ее, мягко говоря, не преподносила приятных сюрпризов. Встретила в 20 лет своего суженого, участника финской войны. В 41-м пришлось проводить его на фронт, защищать страну от немецкого нашествия. Осталась Мария с грудными детьми. Дочери было всего 7 месяцев. В 45-м пришла похоронка. Он мне оставил двух детей. Я только для них и жила. И горе, и радость, и слезы. А все, прижму и забуду. А он мне всегда писал: Марусь, береги детей, а замуж не выходи. Никому чужие дети не нужны. Ты мужа пожалеешь, детей обидишь. Детей пожалеешь, мужа обидишь. А когда ты будешь с ними, какой тебе кусочек не будет. Ты им дашь, поешь, к себе прижмешь. И все забудется. Она выполнила наказ мужа, замуж больше не вышла. Узнала, что такое голод, малярия, как отказывают женщине с детьми в трудоустройстве, каково это трудиться за кусок хлеба, соглашаясь на любую вербовку на предприятие. Так и оказалась в Ликино-Дулеве. Работала разнорабочей. Строила, убирала, трудилась в котельной. Делала все, чтобы обеспечить детей. Только в 74 ушла на пенсию. Сегодня у нее большая семья. Двое внуков, 4 правнука. Есть уже 2 праправнука. Рассказы бабы Маши любят все. Она и совет даст, и поддержать в трудную минуту может. А главное, никогда не унывает.